Орхидеи в интерьере дома или квартиры. Орхидея – необычайно красивый и нежный цветок, который может украсить любое помещение, наполняя его семейным благополучием, невинностью и красотой. Орхидеи в интерьере помогут вдохновить на выполнение целей и задач, а также они могут вписаться в абсолютно любую стилистику помещения. Вся информация принадлежит сайту designfoto.ru. Копирование запрещено. Ссылка в описании. Орхидеи в разных интерьерах и комнатах. Если стиль интерьера восточный, то орхидея поможет подчеркнуть его индивидуальность, восточные мотивы и придаст некоторую загадочность. Стили хэтик, минимализм и другие классические стили будут украшены этим цветком, а брутальные мужские стили будут иметь выгодный контраст орхидей с интерьером. Цветами можно украсить любую комнату, например, в спальне они помогут создать романтическое и расслабляющее настроение. В гостиной или на кухне композиция из орхидей в горшке будет привлекать общее внимание и располагать гостей. В ванной комнате цветы идеально гармонируют с холодной плиткой, создавая ощущение теплоты и живой атмосферы. К тому же, там цветок будет выглядеть необычно и экзотично. Какие орхидеи можно использовать в интерьере? Не обязательно использование живых цветов для украшения дома. В современное время можно приобрести искусственные цветы, которые будут выглядеть как настоящие. Такие цветы не требуют ухода, они долговечны, достаточно лишь подобрать под них красивую вазу и периодически вытирать с них накопившуюся пыль. Искусственные орхидеи дают возможность широкого выбора цвета, размеров и форм, что очень удобно для разных отделок помещения. Орхидеи в интерьере могут быть представлены одним цветком в вазе, что идеально подойдет в стиль минимализма или композицией, которая будет создавать уют в помещении. Также изображение орхидеи может быть нанесено на фотообои. Такие обои подойдут под светлую отделку помещения, они будут выглядеть ярким акцентом, придающим индивидуальность. Выделять желательно одну стену, разместив на ней объемное изображение или широкую полосу от потолка к полу. Для ванной можно выбрать плитку с изображением орхидей, так ванная преобразится и будет нести нежные нотки. Элементы декора, изображающие орхидеи, тоже идеально впишутся в интерьер. Это могут быть картины, панно, вазы и прочее. Орхидея – это уникальный цветок, который поможет украсить интерьер или же создать новый индивидуальный стиль. Вся информация принадлежит сайту designfoto.ru. Копирование запрещено. Ссылка в описании.